Например, что же говорить о тех, кто находится под началом великих преданных и воспевает святое имя беспредельного, обладающего беспредельной силой? Верховный Господь, чья сила не знает пределов и чьи качества трансцендентны, зовется Анандой. Анандой. Это 19 стих из 18 главы первой песни Шриман Бхагаватам. Снова и снова подчеркивается эта слава святого имени. Гринато Нама. Это самый могущественный способ по сравнению со всем остальным. Все остальное занимает более низкую ступеньку. Но повторение святого имени – это самое могущественное. На них что говорить? Они уже свободны от всего. Вот. И, наконец, последнее – упапати и логика. И, конечно же, иногда туда же примеры приводят. Дриштанта – пример. Упапати логика или дриштанта, когда с помощью какой-то истории нам хотят доказать, что именно святое имя нужно повторять, что именно этим нужно заниматься. И какой пример в Шримад-Бхагаватам, который иллюстрирует это, логически доказывает нам это, какой пример? Аджанива. В самом центре Шримад-Бхагаватам, шестой песни Шримад-Бхагаватам, она начинается с этого поразительного примера, в котором есть логика своя. Если даже такой человек смог избавиться от всех своих проблем, просто один раз, даже не совсем чисто произнеся святое имя, но без оскорблений, то что же говорить о тех, кто произносит чисто святое имя и понимает, о ком он говорит. И просто буквально последнее, что я скажу, это пример, который Шрила Джива Госвами приводит для того, чтобы доказать, как логически в разных местах Шримад-Бхагаватам доказывается необходимость бхакти или повторения святого имени. Это знаменитый стих из 11 песни Шримад-Бхагаватам. Те, кто знает его, пожалуйста, повторяйте за мной. Баям двития бинивеша тасья Таишада петтасья випарьяйо смритих Танмайаятам будда аббаджеттам Бхактьяйка эйка гуру дева татма. Все знают этот стих, да? Этот стих, в этом стихе очень важная логика, потому что эта логика лежит в основе всей бхакти-сандарбы. Шрила Джива Госвами, объясняя бхакти или путь бхакти, основывает свое объяснение на этом одном стихе. Практически первый стих, который он цитирует в Бхакти-сандарбе в начале, где он объясняет механизм бхакти-йоги. И он говорит: «Баям двити адинивеша тавсьяд, ишада пета сьяви парьяйос притих». Из-за того, что мы почувствовали равнодушие к Верховному Господу, ишада пета сьяд, отвернулись от Него. Так как мы отвернулись от Верховного Господа, в результате этого память наша извратилась. Ишада петасья випарьяйос притих. Мы перестали помнить, что мы душа. И так как мы забыли о том, что мы душа, мы отождествили себя с этим материальным телом. Баян витий адвинивеша тасья. И мы полностью сосредоточены на теле на своем. Двиги и обиневеша. Мы очень боимся, что тело умрет. Боимся? Боимся. Если вам сейчас скажут, что вы помрете скоро. Ах! Тогда начнется чистая преданность. Двиги и обиневеша. Из-за того, что память извратилась, мы сосредоточились на двити и на вторичном, на неважном. Это тело для нас важнее, но давайте признаемся себе в этом. Оно же важнее, чем душа для нас. Двити и обиневеша. И в результате этого что случается с нами? Баям. Баям что значит? Страх. Мы всего боимся. Мы боимся всего. Так, это история жизни, которая начинается с ишада петасья. Ишад значит от Бога, от петасья, я отвернулся от Бога. Так? А в этом проблема. Проблема в
Все наши беды начались из-за того, что мы отвернулись от Бога, почувствовали равнодушие к Богу. Что нужно сделать, чтобы разрешить все проблемы, если это корень всех проблем, если мы хотим избавиться от всех проблем? Что нужно сделать? Нужно повернуться к Богу, правильно? И как можно повернуться к Богу? Повернуться к Богу можно единственным образом. Там Майята Будда Абадет, там разумный человек понимает это, понимает эту свою иллюзию, и поэтому он, бхактяйка, эсям Гуру Дева Татма, он принимает духовного учителя и начинает служить ему с верой и преданностью, бхактяйка эсям Гуру, и он служит Гуру и Атме, Богу. Одно из возможных толкований. Гуру Девата Атма. Он становится душой, которая полностью предана духовному учителю и Богу. И в этом логика. Логика Шримад Бхагаватам. Хотите избавиться от всех своих проблем? Служите Кришне, повторяя его святое имя. И весь Шримад Бхагаватам об этом. Спасибо большое. Прошу прощения, я сдержался. Это нормально. Можно и сидеть. Дело Бхакти Гьянга, с вами Грачки! Thank you.